Четверг в Самарской области небольшая облачность. Местами пройдет дождь, возможно, гроза. Плюс 28, плюс 30. Днем, ночью 21-23 градуса выше ноля. Ветер восточный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани тучи и дождь, днем плюс 30 градусов, ночью плюс 22, северо-восточный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти облака, небольшой дождь, гроза, днем плюс 28, ночью плюс 22 градуса, ветер восточный 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, без осадков, плюс 28 градусов в дневное время, ночью плюс 21, ветер восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%, геомагнитное поле слабо возмущенное, температура воды в реке Волга 24-25 градусов. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.